raja jana ram jana Yashoda nandana raja jana ram jana Yamuna kira vanachari Yamuna kira vanachari Bihari Jai Radha Madhava Kunda Bihari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Gopijana Vallabha Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dhari Yashoda nandana raja jana ram jana Yashoda nandana raja jana ram jana Yamuna kira vanachari Yamuna kira vanachari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Vraja Jana Randana Yamuna Kira Vanachari Yamuna Kira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama.
Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chandra, Nitai Gora Chandra, Jaya Nitai Gora Chandra, Jaya Nitai Gora Chandra.
Jagannathaya, Jagannathaya, Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Shrinita Gurachandra ki jaya, Shrinita Nandode Subhadra ki jaya, Shrinita Prabhupada ki jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna Pridne. Сегодня мы продолжим читать 4 песня, 24 глава. Сегодня у нас 15 стих. Санскрит прочтем. Ядуктам падхидриштена. Ядуктам падхидриштена. Ядуктам падхидриштена. Ядуктам падхидриштена. Гришена прасидата. Гришена прасидата. Гришена прасидата. Гришена прасидата. Тадьяянто джапанташча. Тадьяянто джапанташча. Адьяянто джапанташча, Адьяянто джапанташча, Пуджаянташча сам'ятаха, Пуджаянташча сам'ятаха, Пуджаянташча сам'ятаха, Пуджаянташча сам'ятаха. Ядуктам падхидриштена, Ядуктам падхидриштена, Гришена прасидата, Гришена прасидата, Тадьяянто джапанташча, Тадьяянто джапанташча, Пуджаянташча сам'ятах, Пуджаянташча сам'ятах. Ядуктам падхидриштена, Ядуктам падхидриштена, Гришена прасидата, Гришена прасидата, Тадьяянто джапанташча, Тадьяянто джапанташча, Пуджаянташча сам'ятах, Пуджаянташча сам'ятах. Пробуй, пожалуйста. Ядуктам падхидриштена, Ядуктам падхидриштена, Гришена прасидата, Гришена прасидата, Тадьяянто джапанташча, Тадьяянто джапанташча, Пуджаянташча сам'ятах, Пуджаянташча сам'ятах. Тадьяянто джапанташча, Пуджаянташча сам'ятаха, Пуджаянташча сам'ятаха. Ядуктам падхидриштена, Ядуктам падхидриштена, Гришена прасидата, Гришена прасидата. Тадьяянто джапанташча, Пуджаянташча сам'ятаха.
дословный перевод. Яд – это. Уктам – сказал. Падхи – на пути. Дриштена – во время встречи. Гиришена – Господь Шива. Прасидата – очень довольный. Тат – это. Дьяянтах – медитируя. Джапантахча, а также повторяя. Пуджаянтахча, и поклоняясь. Самьятага, безупречно владея собой. Перевод и комментарии о божественной милости Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Шрила Прабхупада Ки Джай. После того, как сыновья Прачинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал прачетам великую милость, открыв им абсолютную истину. После этой встречи сыновья Прачинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им. Комментарий. Хорошо известно, что совершать аскезы или заниматься любым другим видом преданного служения нужно под руководством духовного учителя. В этом стихе прямо говорится, что сыновья Махараджи Прачинабархи посчастливилось встретить на своем пути Господа Шиву, который оказал им великую милость, объяснив смысл совершения аскез. По сути дела, Господь Шива стал духовным учителем 10 сыновей Прачинабархи, а его ученики, в свою очередь, настолько серьезно отнеслись к указаниям учителя, что, просто размышляя о них, дьяянтах, достигли совершенства. В этом заключается секрет успеха. Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое. То же самое утверждает и Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, который в комментарии к одному из стихов Бхагавадгиты в Явасаятмика Будхир Экага Куру Нандана Бхагавадгита 2.41 говорит, что указания духовного учителя должны стать целью и смыслом жизни ученика. Он не должен думать о том, вернется ли он домой к Богу. Его первоочередной долг – выполнить указания своего гуру. Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, но и искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их, поклоняясь таким образом словам своего гуру. Конец комментария. Яду там падхидришна гиришна прасидата таддяянта джапантащат пуджаянта часамятага. После того, как сыновья Прачинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал прачетам великую милость, открыв им абсолютную истину. После этой встречи сыновья Прачинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им. Умадьяна Тимирандася, Генанджана, Шалакая, Чакшурумилита, Минам, Тасмаи, Шри Гуравей Намага, Шри Чайтанья, Манагиштам, Стапитани, Набутали, Своим Рупам, Кадамаям, Дадати, Свападантикам, Вандыгам, Шри Гуру, Шри Утапада, Камалам, Шри Гуру, Вайшнавам, Ща, Шри Рупам, Сагражатам, Сахагана, Рагунатам, Битам, Там, Саживам, Садвайтам, Савадгутам, Париджана Сахита, Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падам, Савадана Лалита, Шри Вишакхан Битам Ща, Хе Кришна Каруна Сингху, Дина Гопиша Гопика Канта, Рада Канта, Намостуте, Тапта Канчана Гоуранге, Радхи Вриндаванешвари, Дриша Гвану Суте Деви, Пранамами Хари Кри, Ванча Калапата Рубеша, Крипа Синду Бевача, Патитанам Павалибью, Вайшнаве Бьо Намо Намага, Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Бринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая Кришна Пришта Ябтали Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гора Вани Причарине Нирвиши Шишини Вади Пашча Деширине. Харе Кришна. Эта глава называется «Песнь, пропета Господом Шива». Это тот стих, переломный стих, который после того, как прочитание
из Вириса. После того, как сыновья Причинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал прочитанным великую милость, открыл им абсолютную истину. После этой встречи сыновья Причинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись. Мы помним, что отец, царь Бархиша, да, Причинабархиша, то он дал наставление сыновьям, ну, по сути, как они Праджапати, в роли Праджапати выступали, сказал, что обзаведитесь потомством, да, и в те времена все следовали строго регулирующим ведийским принципам, они послушали своего отца и ушли совершать аскезы, да, говорится, Прабхупада, Шрила Прабхупада, он часто упоминает, что, например, в источнике наслаждения, там есть глава, пишет, что, чтобы, например, если одна власть хочет свергнуть другую, да, то одна власть совершает аскезы, да, потом, когда свергает, они наслаждаются плодами. Вот, это к тому, что если мы чего-то хотим чего-то достичь в жизни, да, особенно в духовном, то мы должны совершать определенные аскезы, да, чтобы набрать эту силу, то есть это сила духовная. Вот, и потом вот, плоды придут обязательно. Вот, так и поступили прочиты, они хотели, но они не дошли до озера, да, вот, и по пути они встречали Господа Шиву. Здесь говорится, что они повстречались с Господом Шивой, вот, который оказал прочитам великую милость, открыл им абсолютную истину. Личность человека нам открывает какое-то знание, которое нам поможет достичь духовного совершенства в жизни, да, то это для нас это великая милость, как из почитания в читании Чайтанья говорит, что пара упакара, что людям может там школы, дома строить, деньги раздавать, да, но это на самом деле в Кали-Югу это не поможет людям, да, а самое деле, что поможет людям, это пара упакара, это дать человеку духовное знание. Если человек получит духовное знание, да, он естественным образом все поймет и осознает. В первом же предложении Прабхупада пишет, что хорошо известно, что совершать аскезы или заниматься любым другим видом преданного служения нужно под руководством духовного учителя. То есть Шрила Прабхупада сразу говорит, что необходим духовный учитель, да? То есть нет такого, что мы сами что-то изучаем, практикуем, да, как бы и пытаемся на что-то надеемся или пытаемся что-то обрести в этом мире. То есть все это к тому, что все шастры, так или иначе, изучая книги, если мы будем серьезно заниматься духовной практикой, внимательно сказать святыми, общаться с преданными, служить преданным, вот, изучать книги Прабхупады, каждый день проповедовать, то это подведет нас к тому, что мы должны принять духовного учителя. Это такая естественная практика, такой естественный процесс, да, как бы для всех искренних и преданных, которые практикуют. Вот. И все шастры нас призывают принять духовного учителя. Вот. Без духовного учителя невозможно. Вот говорится, что духовный путь очень сложен, вот, поэтому без духовного учителя невозможно. И Бхагавад-гита, да, Шри Джаганат Баладев Субхадра Деви Ки Джай, Шри Нитура Чандра Ки Джай. 4 глава Бхагавад-гиты, 3-4 стих говорит там, Тадвидхи Пранипатана, Парипрашнана Савая, Упадакшанти Тагинам, Гьянина Сатва Даршанага. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавши себя души, могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Это интересный комментарий, Прабхупады, послушайте. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам 6.3.19 сказано «Дхармам ту сакшат Бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь, поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных писаний, книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и отбросил гордыню служить ему, не гнушаясь даже черной работы. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание.
такой вот интересный комментарий Прабхупада пишет, что значит принять духовного учителя. Стих Бхагавад-гиты он подводит к тому, что мы должны принять духовный учитель, потому что без духовного учителя невозможно. Наш путь, почему наш путь милости? Потому что наш путь милости. Мы получаем милость все равно сверху. Да? Мы не можем своими силами, это не восходящий процесс, своими силами мы упремся в какие-то рамки, это обязательно произойдет. Да? Какие бы мы обученные ни были в этом мире, вот, мы все равно упремся. Но по милости духовного учителя мы знаем, да, что даже есть стих, да, сейчас я перед лекцией цитирую, да, что храмом он переходит горы, а не ему там дает шикарную лекцию, красивую. Да? Как бы, и все удивляются, думают, так тебе на. Вот, и есть несколько историй, да, из Пуран. Вот, это работает, потому что для Кришны нет ничего невозможного, да. Также для преданного Кришны тоже нет ничего невозможного, да. И преданный все принимает, что не как свою заслугу, а как милость Бога, да. Любую жизненную ситуацию, там, какую-то сверхъестественную или обыденную, обычную, то человек он должен принимать как милость Бога, да, и тогда он будет духовно совершенствоваться. В этом суть. Вот. По сути дела, Господь Шива стал духовным учителем 10 сыновей Прачинабархи, а его ученики, в свою очередь, настолько серьезно отнеслись к указаниям учителя, что просто размышляя о них, дьяянтах, достигли совершенства. В этом заключается секрет успеха. Интересный момент, Прабхупада упоминает, что мы слушаем, наша первая задача – это внимательно слушать духовного учителя, очень смиренно. Прабхупада в Бхагавад-гите, в видении пишет, что если человек, хотя бы, даже если атеист, демон, он на уровне теории, просто примет хотя бы в теории, что Кришна – верховность Бога, то это определенный уровень смирения уже считается. И тогда человеку, у него есть возможность, шанс понять Бхагавад-гиту. То есть представьте, если мы просто, можно слушать с вызовом, да, а можно слушать, ну, как бы, ну, послушать, что скажет, да, как бы в таком нейтральном настроении, просто слушать и, ну, да, нормально, как бы принять хотя бы на уровне теории, что Кришна – верховность Бога. Тогда у нас есть шанс как-то сдвинуться с мертвой точки и духовно как-то прогрессировать. Мы знаем, что материальная природа, иллюзия, она очень сильна, и казалось бы, все есть, у нас есть храмы, есть вся система, все отлажено, все здорово работает, да, но какие-то трудности все равно возникают, да, потому что у нас в сердце вот это есть какое-то определенное желание, да, что-то со стороны, на сторону, вот, что-то мы хотим еще, не для Кришны, а для себя, как-то и у нас какие-то определенные планы, вроде бы с Кришной связано, но такое, оно сакама, смешанное все, да, и поэтому Кришна, у него есть определенный план на нас, он сделает так, что мы останемся ни с чем, да, и будем просто любить Кришну, и будем счастливы от этого. Вот, и вот если в комментариях можно прочитать, что Прабхупада часто упоминает, что если искренний ученик пытается служить Богу, но все же у него сохраняется в сердце материальное желание, да, там, желание богатства, да, еще чего-то, то Кришна, он делает так, что преданно просто разочаровывается в этом всем, да, и он предается полностью Богу. Есть многие примеры. Сыновья Прачинабархи, они приняли Господа Шиву, по сути дела, Прабхупада пишет, своим духовным учителем, да, вот они приняли, и не просто они его приняли, они были искренние ученики, да, мы знаем, что это были очень благочестивые личности, сыновья Прачинабархи Шата, вот, и они не просто, говорится, они пошли медитировать, когда они медитировали, они очень сильно, они размышляли, медитировали на эти наставления, мы знаем, есть разные уровни постижения, есть разные уровни звука, да, постижения, как постигнуть знания, да. Вот, я не помню все перечислить, но одной из ступеней там является там нидидьясанам. То есть мы размышляем, мы услышали, мы услышали, запомнили и размышляем постоянно, да, и у нас в сердце приходит ответ. Если вот это есть функция размышления у нас, да, то мы непременно достигнем успеха, мы продвинемся дальше. Но если мы услышали, вышли и забыли, да, то это ничего не работает. Есть опыт у каждого, да, что вроде бы слушал лекция, экстаз, нектар, но как бы ничего даже не сохранилось особо, не запомнил и тем более не размышлял, погрузился в такую бурную деятельность. Да? Поэтому здесь пример нам, что мы должны не просто услышать, мы должны запомнить и размышлять. Они постоянно размышляли. И Прабхупада пишет дальше, что в этом секрет успеха. Да. Также мы знаем, что мы Шрила Прабхупада просил не просто, да, это нужно, что мы должны размышлять, мы изучаем какие-то писания, да, мы изучаем Шримад-Бхагаватам, мы изучаем, да, но писания для чего нам даны, чтобы оно вылилось в какую-то практику, да, то есть есть плод, да, и Шримад-Бхагаватам это зрелый плод ведического знания, да, мы знаем, что если у нас какие-то сомнения в жизни, да, то мы можем сразу отбросить, потому что мы видим примеры, есть парампара перед нами, да, вот, и, или за нами, как правильно сказать. И мы видим, что они достигли совершенства, какие могут быть сомнения, то есть знание работы, да, если что-то у меня не получается, какие-то сомнения, да, то это вопрос именно такой особо личного индивидуального характера, да, то есть что-то во мне есть еще такое, да, я должен немножко так согласиться с этим и потерпеть, вот. Вот, но духовная жизнь, она одновременно и сложна, и не сложна, для простых она проста, да, для сложных она очень сложна, вот, поэтому мы должны стать простыми людьми,
Вот, и стараться, стараться. И наша духовная практика, она состоит, по сути дела, из достаточно простых вещей, да. Шрила Прабхупада дал четыре принципа. Святое имя, да, святое имя – это фундамент, да. Вот, мы немножко остановимся с святым именем, что святое имя – это, говорится, как дом строишь, заливаешь фундамент. Каков дом, какой фундамент, таков и будет дом, да. То есть все основные средства идут в фундамент, да. И эти вещи, на самом деле, они незаметны. Это истинная вещь, но она незаметна очень сильно, да. Мы больше придаем значение таким внешним вещам, там как-то красиво одевается, как тхоти завязывают, там вот, значит, вот это чистый преданный, там. Но когда человек там как-то так, ну, может быть, там корявое тело, да, там руки нету, и он там повторяет, да, как-то так странно, конечно, внешне, да. Но мы не знаем внутреннее состояние, да. Мы можем на это внутри это чистый преданный, может быть, да. Вот, поэтому должны быть очень внимательны. Вот, и святое имя – это фундамент нашей жизни. Если мы правильно заливаем этот фундамент нашей жизни, то мы можем рассчитывать на духовный прогресс. Да? Мы несомненно будем, говорить, прогрессировать. То есть в этом нет никаких сомнений, потому что не мы первый, не мы последний. Опыт есть уже, да, то есть как бы, это странно сказать, ну, наверное, что-то не работает, да, наверное, какой-то процесс неправильный, да, вот такого иллюзия, да, мы должны согласиться с этим, просто немножко набраться духовного терпения, вот, и понимать, что со временем это знание откроется. Прабхупада пишет, в один прекрасный момент человек может воспевать чисто без оскорблений святого имени. Вот, мы должны стремиться к этому, потому что святое имя – это сам Кришна. То есть это, как говорится, вчера читал, это привилегия, да, повторять. Мы сейчас, может быть, нам дали, да, мы не ценим, да, когда человек дешево что-то получает, да, там, он не ценит, да, он может мусор там, или книгу, или что-то положить, да, так же жалко, да, но когда человек искренне относится к духовной жизни, да, правильным образом это получить, так сказать, дорого получить, очень, заплатить очень дорогую цену, да, мы должны за святое имя, за то, что у нас есть привилегия повторять святое имя. Это величайшая, на самом деле, удача, потому что в Кали-югу воспевать святое имя – это просто, ну, нонсенс, противоречие какое-то, да, Кали-юга и святое имя, как бы. Сейчас дух, наслаждение цели, как бы, и мы знаем какие-то вещи, там, у нас просапит в голове, там, какие-то мультфильмы, там, нам туда хочется, это желание, это купи, да, то продай, как бы, желание, и появляется, что мы можем что-то сделать, этого в мире очень сильно, да, в этом иллюзия, что такое накручивает, да, что мы можем, реально, я могу реализоваться, я же получил какое-то знание, да, и мы бежим, но это иллюзия, потому что, вот, мы видим, как люди спотыкаются, да, падают, как бы, и так как привязанность уже схватился, да, бросит, а мы должны признаться, не можем бросить, ну, привязался уже, ну, как я могу бросить деньги, там, и все остальное, да, вот, но это, как бы, в этом мире не надо тоже тюрьму строить, просто денег человеку дал, ему будет оставаться на этом месте, можно даже не переживать, надзиратель может даже спать, не обращая внимания, никуда не денется заключенный. Вот так само обусловлен душ, они просто заточены в этом материальном мире, их заточили, и они, видно, они страдают, и каждый, по сути дела, человек, он понимает внутри, осознает, что он страдает, но поделать ничего не может. Понимать, даже можно понимать путь, а не следовать по нему. Ну, не хочу, не желание, потому что просто еще внутри вот это сердце, внутри сердца очень сильное желание тянет, куда-то оттягивает. Вроде бы и понимаешь, что важно, но еще не можешь делать, как бы веры только нету. Когда говорится, если есть вера, человек делает. Если нет веры, то человек не делает, да? Вот, говорят, часто говорят, что вот у меня есть вера, но у меня не получается. Но, как бы, когда есть вера у человека, там просто пальцем щелк, там гора передвинулась, прошел, проехал, да, чтобы не обижать. Топливо не тратить. Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое. То же самое утверждает Шрила Вишванатха Чакравати Такур. Вивас ятмика будри экеха куру нандана. Многодетви с разум тех, кто нерешителен, да, то есть личности, такие дхиры, да, там, духовные учителя, они очень решительные цели устремления, у них одна цель, да, четкая цель, там, Кришна, да, любого, прям, Шрила Прабхупада, Господь Читания сказал, прямо Прамапумартха Махан, то есть это четкая цель, да, определил, потому что бывает, мы практикуем, да, но внутри у нас фонит, вот это фон, есть такое дерево, растет там, туда, это еще может быть, это на всякий случай пригодится, это было, но пусть решит, потом отложим, вдруг еще что-то надо будет, да, такого как бы мысли возникает, да, и эти вещи, они оттягивают, в уме у нас возникает, как говорится, статистика, в день 45 тысяч мыслей, я не знаю, конечно, откуда взяли, но так, учителя говорят, что 45 тысяч мыслей в день, да, представьте, это просто, и это каждая мысль, она забирает определенную энергию ума, да, и мы знаем, что ум, он в гуне благости, он должен на чем-то сосредоточиться, да, если, как там приятно, Дьяна или Дхарана, да, 12 секунд уровень, если человек сосредоточился, то он может получить удовлетворение, потому что он удовлетворен, его природа будет всегда сосредоточена, да, но в Кали-югу у нас это дерево в сердце растет, и оно рассеивает наш ум, такая линза специально, не собирающая, рассеивающая, ум рассеянный, и вся эта энергия, она рассеивается, и мы не можем толком собраться, да, мы даже не можем определиться, что нам, да, как есть в Брамаваде, да, Прабхупада вчера читал,
делиться преданным. Есть брамавади, это те личности, которые изучают веды, но они еще не пришли к окончательному решению. Да? Есть определенное сомнение у нас там, а вдруг вот это, а вот, вот это, как бы, то есть. И самый лучший способ это последовать и по стопам сыновей Прачинабхарти, да, то есть принять истинного духовного учителя и вопрошать ее смиренно, как мы читали из Бхагавад-гиты 4.3.4, вопрошать ее смиренно и служить ему, не гнушаясь даже черной работы, да, то есть пранипат и парипрашна. Вот в этом заключается суть духовной жизни. Прабхупада пишет и в этом стихе, что секрет успеха духовного жизни удовлетворить духовный учитель, да, потому что, ну, часто бывает, мы со своим фильмом подходим, у нас уже готова философия, как бы, и думаем, что мы знаем больше духовного учителя там. И он говорит нам, да, и как, например, яркий пример из Махабхараты, да, Дурьотхана, например, да, Дурьотхана, да, вот один личности, да, два примера, Дурьотхана и Дроначарья, да, как мы помним, да, и Арджуна и Кришна на поле битвы Курушетра, да. И Арджун, он тоже подошел, мы знаем, что Дурьотхана у нас скорбил духовного учителя, да, то есть этот момент, как бы, нас, он сразу, как бы, из нашей практики, он, это, ну, как бы, не наша практика, да, вот, но Арджуна, он все же, он и Дурьотхана, и Арджуна, они подошли со своим фильмом к духовному учителю, со своей философией определенно, да, он говорит, что мы знаем, мы очень убеждены, у него такая-то философия, да, но Дурьотхана, он оскорбил духовного учителя, да, он прям открыто оскорбил духовного учителя, когда человек оскорбляет духовного учителя, то даже, говорится, не ачарья комментирует, что даже язык не пошевелился, никого, даже мысли не возникло поведать Дурьотхану Бхагавад-гиту, потому что все понимали, что вообще нет смысла. Вот. Арджуна все же понял, то есть все были уверены, Арджуна он как бы одержит победу. И Арджуна он тоже, как со своей философией подошел, да, и Кришна произнес там два стиха, да, и Арджуна он там начал говорить, и Кришна он молчал, да, духовный учитель молчит, когда мы ему говорим свою философию, духовный учитель молчит, терпит, да. Но если у нас есть вот эта вера внутри, вера и уважение к духовному учителю, да, мы не сомневаемся в словах духовного учителя, вера, да, то говорится, что вот этот пар, наша, она философия, она скорее, она, если мы будем дальше, чем больше говорим, если у нас и есть вера, только вот это очень важное условие уважения и непоколебимая вера в нашего учителя, да, то, что он говорит, то вот эта философия, мы начнем сомневаться в своей же философии. Как Арджуна, он говорил, там, это приведет к тому-то, там нежелательное потомство, говорил, потом говорит, что-то я не знаю, что мне нужно. Говорит, ну, Кришна, что я вообще не знаю. И этот переломный стих, 27, да, Карпанья душу потанцевал, говорит, Кришна, я вообще не знаю, что мне нужно. Я принимаю тебя своим духовным учителем, предаю себе, наставляй же меня, да, я вообще запутался, да. Вот. Вот. Так само и здесь. То есть мы можем как-то думать, что да, но со временем, если мы будем искренними, да, если мы будем уважительно, Кришна не оскорблял, Арджуна не оскорблял Кришну, да, своего духовного учителя. Верховную Сеть Бога. Он просто давал свои доводы, определенные доводы философии, но не оскорблял ее, да, как бы. И, так как, и мало того, и второго очень важный момент, то, что я сказал, что это у него было уважение. Он понимал, что только Кришна ему поможет. Там есть интересный Махабхарата момент, говорит, что у Арджуна был, после этого стиха 27, простите, забыл сказать, Гарпанья Душапата, Кришна, он все равно, говорит, там Ачарь говорит, он, Кришна говорит, да, знаю, улыбался, говорит, я передаю себя, потом дальше скажет, ну я сражаться не буду. И Кришна, он говорит, так он смеялся определенной улыбкой. Он говорит, да, так все подходят, говорит, да, я принимаю тебя своим духовным учителем, но выполнять твои наставления я не буду, обещаю тебе, да. Такой момент очень важный. Но дальше говорит, что Кришна, он ждал, пока Арджуна, он ждал, пока Арджуна убедится, что, ну, Кришна ждал, что, как правильно сказать, простите, если там можно выразить мысли словами, Кришна, когда Арджуна говорил, Кришна ждал, он хотел Кришна, он хотел убедиться, что у Арджуны твердая вера в него. Вот так, да, правильно. Вот. И Арджуна это доказал. Он говорил, сомневался, потом его принял Дух Учитель. И потом он сказал, когда он говорит, Карпанья душу богата свага, он говорит, слава богава. И после этого стиха Кришна, он улыбнулся, говорит, зачем? Что ты такое говоришь? Ты же мой друг. Так и он, в Ясадеве обратился, там, много учителей такие, да. Ну, потом такую интересную вещь, Арджуна сказал, что говорит, что Кришна, кроме тебя я никого не вижу и не знаю, кто мне может помочь, да. И после этих слов тогда так, начался серьезный разговор между духовным учителем и учителем, да. Вот такой очень важный момент. В общем, вообще, по сути дела, если мы хотим, чтобы нас какая-то личность услышала, да, мы должны уважать очень эту личность. Мы должны уважать эту личность, доверять ей и уважать. Да, тогда у нас появится вот эта очень духовная сила, у нас будет уверенность. Вот. Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, но и искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их, поклоняясь таким образом словам своего гуру.
То есть интересный момент Прабхупада упоминает, да, что мы медитация бывает часто, мы медитируем, да, как бы, и уже философия открылась, и уже рассказали, как делать путь. Теперь мы просто бери и делай, да, два слова, бери и делай. Вот. Но бывает, у нас с них доходят руки до практики, да, какие-то сомнения, страхи, это другое, да. Поэтому мы не должны сомневаться, потому что у нас есть примеры, Ачарья, Шрила Прабхупада для нас принес это знание. И мало в том, что он не просто рассказывал, да, то есть он соответствует этому титулу Ачарья, да. Ачарья — это тот, кто показывает пример. Есть Ачар, Прачар, да. Ачар — это тот пример, Прачар — проповедь, да. А Ачар — это тот, кто показывает своим примером. И Прабхупада строго следовал, у него не было расхождений там. Он говорил, он не делал, да. То есть он четко говорил, что нужно там проповедовать, распространять книги, да. И он это делал сам. Он печатался. Мало того, у нас очень легкий, например, сейчас у нас просто облегченный режим, да, как есть облегченные баллоны. То есть у нас облегченный режим практики. Вообще нет никакого напряжения. Просто бери и практикуй, да. Но в те времена Прабхупада, представьте, сам написал, прокомментировал, все оформил, да, в рукопись. Потом ходил в печать, добивался этого всего, чтобы одна книга, да, мы помним, как сколько он там в Чипеваде, да, ходил, добивался, там, то бумаги, там дефицит с бумагой, писал, там, представьте, целый титанический просто труд. И эти со скрипом, с огромнейшим трудом эти Шримад-Бхагаватам их напечатали, да. Вот, представьте, это все гранки, верстки, забирал, уносил, и это Прабхупада делал 70 лет, да, то есть просто поразительные, так сказать, невозможные для нас сейчас вещи. Вот, но милость вылилась в том, что мы можем в руках держать готовые, да, экземпляры книг Шрилы Прабхупады. Вот, поэтому мы не должны, если мы хоть как минимум немножко уважаем Шрилу Прабхупаду, то мы должны каждый день регулярно изучать книги Прабхупады, потому что книги Прабхупады укрепляют наш разум, да. То есть если мы хотим, чтобы как-то духовно прогрессировать, да, то мы должны опираться на духовный разум, да. Есть 3.43 стих, что с помощью одухотворенного разума ты, Арджуна, победи вожделение. Так само мы должны запастись. Да. И служа духовному учителю, мы меч знания получаем от духовного учителя. Да. Баларама – это для нас проявление духовного учителя. Да. Это, ну, духовный учитель – это проявление Господа Баларамы, проявление милости. Духовный учитель – проявление милости Господа Кришны. Вот. И служа духовному, мы получаем этот меч, да, нам Господь Баларама дает меч, да, через духовного учителя. И этот меч, он еще тупой, да, поэтому служа духовному учителю, мы этот меч затачиваем. И тогда можно с легкостью одним движением снести голову, да. Вот. Поэтому мы должны изучать книги Прабхупады. Вот. И мы не так же, мы должны не просто их изучать, мы должны реализовывать их в практике, мы должны воплощать их в жизнь, да. Сказано на улице, например, там Прабхупада пишет, да, там, надо делать то-то, значит, это нужно делать, да, практиковать. То есть, если я искренний последователь, я буду это делать. Ну, это очень просто. Если Прабхупада, Шрила Прабхупада пишет, нужно очень внимательно повторять Святое Имя без оскорблений, да, то я должен, как бы, медитировать, думать, как это лучше сделать, и делать это дело. Это вопрос тренировки, как спортсмен. Получил знания, он тренируется. Чтобы стать чемпионом, надо по 10-8 часов в день, это просто, для нас это может быть, как бы, пока что может быть нереальный труд, но мы должны прям очень серьезно трудиться этого Прабхупады, отдать все силы, в зависимости от своей природы, да, наклонности, мы должны максимум свою природу задействовать и задействовать в служении Кришне. Вот, и поэтому Шрила Прабхупада, он очень хотел, чтобы это знание распространялось по всему миру, поэтому мы выходим, поем, распространяем книги, распространяем просады, это единственная возможность услышать людей, даже у атеиста, да, если атеист ничего не хочет, не принимает, то он, по крайней мере, может слушать Святое Имя, да. Вот, даже если он одно ухо закрыл, то во второе он еще не успел закрыть, и туда влетает что-то, Святое Имя. Вот. И хотел немножко зачитать о важности распространения книг, насколько Прабхупада был счастлив, что он, как люди могут получить вообще это знание. Да? Вот. Называется «Распространение трансцендентной литературы несет благо всему человечеству». Это из Бхагаватам 1.5.11. «Мир полон нежелательных литературных произведений, насыщенных материалистическими образами чувственных наслаждений. Большинство людей ощущает потребность в чтении, это заложено в природе человека, но поскольку их умы осквернены, они хотят читать подобную литературу. В этих условиях такое трансцендентное произведение, как Шримад-Бхагаватам, не только ограничит деятельность развращенного ума людей, но и удовлетворит их потребность в занимательном чтении. Возможно, что вначале им не понравятся наши книги, как больному желтуха не нравится сладкое. Но необходимо помнить о том, что сладости – единственное лекарство от желтухи. Таким образом, нужна систематическая пропаганда и популяризация Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, которые действуют на болезнь чувственных наслаждений, как сладости на желтуху. Когда у людей разовьется вкус к подобной литературе, другие произведения, отравляющие общество своим ядом, исчезнут сами собой. Интересный момент Прабхупада, да, упоминает, что мы часто можем жаловаться на духовную жизнь, это не получается. Но если проанализировать, бывает, что мы сами себя обманываем, и даже в этом отчет, мы зачастую отчет в этом даже себе не отдаем, это у меня так. Можем жаловаться, но если проанализировать свою духовную жизнь, то из этой духовной жизни остается, ну, 16 миллионов лет кругов, и все, больше ничего, как бы, и все, мы даже книги регулярно, бывает, не изучаем, да. Поэтому если мы регулярно изучаем книги Прабхупада, Прабхупада пишет, что
Это несомненно, то есть эти вещи, они глупости, они уйдут, да, вот мы только что мы прочитали. Эти глупости, они естественным образом уйдут у человека, то есть это заменят. Но в Прабхупада там в скобках, да, в комментариях, это 1.5.1 с комментарием Прабхупада пишет, что эта потребность чтения, она заложена, представьте, да, заложена в чтении людей. Человек, он жаждет, да, как бы, ну сейчас, конечно, есть подмена, да, определенный там электронный девайс, ему все подменяет, старается. Вот, но все равно для человека вот эта связь, она сохраняется, да, и только когда у человека есть естественное, да, что-то внутри естественно, да, только немножко копнуть, напомнить, человек сразу зажигается, да, как если у нас есть любовь к Богу в дремле, да, то немножко попрактиковал, мы немножко начинаем просыпаться, да, но если для нас неестественно летать, да, то как бы ты ни пробовал, то тебе это будет очень страшно и неестественно для тебя, да, например, там какие-то птицы, например, петух, да, но он не может по природе летать, он, у него есть крылья вроде бы, да, но он не предназначен для этого, там, если он как бы он не тренировался, он в конце концов все равно разочаруется, да, но человека для души это естественно заниматься духовной практикой в человеческом теле, тем более не просто естественно, это Прабхупада пишет, человеческая жизнь, она предназначена для самосознания, это уже, значит, естественно и будет легко и радостно, да, и стихло в виде, там, постижение это знание радостно, вот в этом суть. Все вот такое из лекции, что мы должны очень серьезно относиться к духовной практике, чтобы свое чистое сердце, мы должны внимательно воспевать Святое Имя, потому что это самое ценное, что может быть в жизни. Как мы относимся к Святому Имени, так наш день и будет проходить, ни больше, ни меньше. То есть, насколько мы продаемся Кришне, насколько нам отвечает. То есть, если мы внимательно относимся к Святому Имени, Кришна будет очень внимательно к нам относиться, будет очень бережно охранять нашу духовную жизнь. Так же самое мы должны изучать книги Прабхупады каждый день, регулярно. Также мы не должны не просто их изучать, а воплощать жизнь, применять. Услышали, да, там? Уважать, там, то, все, там, смирение, чистота, там, и так далее. Ну, какие-то аспекты анги-практики, мы это должны четко, строго следовать. Тогда мы будем прогрессировать духовно. Если мы будем какие-то вещи свои примешивать, да, то наш духовный прогресс, он будет очень натягиваться. У нас будут когда внутри какие-то сомнения, будут суета, там, какие-то вещи будут прилипать, то, что будет тормозить наш духовный прогресс. Также мы должны, очень важный, самый важный аспект, это мы должны общаться с саду, с духовным учителем, да, то есть осознавшей себя личностью. Если мы общаемся, если у нас есть общение с саду санга, да, с душами, которые искренне практикуют, то мы, несомненно, мы добьемся успеха в жизни. То есть эти личности, когда у человека есть вкус, если он чисто воспевает, он может там передать вкус. Если у него есть вкус, он может его передать. Ну, мы знаем, да, что человек даже ничего не делает, мы просто пообщались с ними, уже горим, заразились, да, человек, он духовно эту энергию передает, незаметно, да, как сказал, для глаз для наших, вот, это работает. Поэтому должное общение, это очень важный аспект духовной жизни, преданные должны между собой общаться на основе книг Прабхупады, на основе, ну, то, что нам дал Прабхупада, не просто что-то там поговорить, а именно на основе Священного Писания, должны обсуждать, разбирать, да, души антича, романтича, у нас что-то получится. Спасибо большое, преданное. Что-то можно обсудить сейчас, может что-то дополнит. У нас есть там немножко. Юра Колония был первым. Просто общаться лучше с теми людьми, которые действительно обладают знаниями и могут нам что-то дать. Вопрос был такого, что как правильно слушать духовного учителя? Например, привели Юра Прабху пример, что если я, ну, как-то еще у меня есть какие-то определенные вещи в моем сердце, что я не могу как-то, может быть, я могу не уважать человека, да, когда мы находимся с человеком, если мы, например, мы часто бывает рядом живем вместе, и мы можем не уважать эту личность, перестать уважать эту личность, да, как бы очень есть великая опасность. Вот вопрос, с кем общаться правильно, да? С кем общаться и как правильно общаться. То есть правильно общаться, то есть, смотря с кем мы общаемся, что за перед нами личность, там, не знаю, младшие, старшие или равные с нами, да, соответственно, категории мы должны общаться. И общаться, во-первых, это на духовной основе, и задавать вопросы, которые действительно нас в духовной жизни интересуют, не просто там, ну, мы уже не можем тихо между собой ходить, да, как бы
Уже прям аж тяжело для ума, мне нужно что-то сказать. Нет, именно на княжну Кипрупаду и общаться с теми людьми, которыми действительно нам интересно, мы доверяем этой личности, уважаем. Вот этот важный аспект, который в лекции упоминался, очень-очень важно уважать эту личность. Если, например, ну, человек там, Павел Прабхупада подошел, я к нему его не уважаю, да, как бы, ну, из чувства долга я просто, ну, да, так улыбаюсь, как бы, и он мне что-то говорит, он серьезно настроен, говорит, а мне все равно, как бы, наплевать, такой, как бы, я его не уважаю, то диалог он не состоится, и он это почувствует, он не скажет просто об этом, я почувствую, и я об этом ничего не скажу, да, как бы. Поэтому нужно, те, кто люди близкие, или тем, кому мы доверяем, как минимум, вот это, вот этот критерий один, как уважение, должно быть уважение к этой личности, и действительно я хочу узнать уважение, не просто там, просто, да, ну, так механически бросил, да, спросил там, как бы, и все так, чтобы как-то удовлетворить перед ним. Ну, это тоже хорошо. Поэтому мы должны общаться, обращаться к той личности, которая есть это знание, которое мы благоговорим и с которым мы действительно хотим желаться, есть какие-то отношения. Вот. Да, ну так, наверное, что. Нет, точнее, а при этом не важно, ну, что человек разные ему эти стороны. То есть, как бы, знаете, как, ну, говорят, что есть чистое описание, да, но важно, кто рассказывает. Да. То есть, если это, ну, не преданный, то это как змея, которая отравила молоко. Это, ну, очень... как бы я не говорю, что это именно в отношении преданного, но все равно, как бы качество может быть разным. Конечно, да, идеальный вариант, конечно, чистый преданный для нас. Мы всегда, если мы общаемся с чистым преданным, да, как говорится, Прабхупад, мы должны дугуны благости достичь, да, но мы не должны, мы должны подвыситься, как возвыситься с гуны благости на шудасату, на чистую благость, да, как возвыситься? С помощью общения с чистым преданным, Прабхупад пишет, да, с помощью общения с чистым преданным мы прогрессируем, мы вырываемся с этой платформы благости, гуны благости на духовный уровень, вырываемся, да. Но в наших глазах должны быть все чистые преданные. Мы должны понимать, ну, разумно, четко, адекватно оценивать все. Если я вижу, что, например, там, мне что-то может дать, реально у него, он изучает, я с ним могу пообщаться, просто пообщавшись с человеком, можно понять уровень, понять, как, что, где, чем он занимается. Да? И если мне действительно это интересно, если мне подходит, я могу задавать вопросы. Если это не интересно, ну, я сам определю, что скажу, что, ну, это не та личность, которую я могу спросить что-то. Да? Ну, мы должны, можем уже так определять, это будет нормально, правильно. Если я вижу, какого-то человека я негатив, то это, конечно, нехорошо. То есть, если не уважаю личность просто. Вот, поэтому даже если мы видим, как эта личность что-то плохо делает, мы, как бы, если мы, как бы, не старше для этого человека, да, то это не наше ума дело вообще. То есть для нас это все равно саду, да? Мы видим ее саду. То есть мы должны понимать, что куда мы попали, что это за место. И человек, он искренне практикует, старается, стремится, но что-то еще такого выходит. Мы все равно должны... Лучший ответ – это просто видеть самое лучшее человека. Даже в последнем негодяе видеть самое лучшее и развивать. Это даже вопрос, это можно делать, практиковать. Просто бывает, мы там замечали, да, ум бывает прилипает, такой на негативе, такой начинает разворачивать, думаешь, потом ловишь, ах ты, там негодяй, начинаешь бить, да, и потом начинаешь разворачивать, чтобы были позитивные качества, и там имитировать на эти вещи. Хотелось бы по поводу общения, то если такой принцип придерживаться, что я как отец, он никогда не даст своему сыну змею, там, если сын попросит хлеба. Вот. Если мы такого принципа придерживаемся, просто что я хочу хлеба, я хочу есть, пожалуйста, Кришна, дай мне питание, там, ну, внимание, то Кришна никогда не даст тебе змею. Да. И ты, если будешь такое настроение, то ты будешь защищен от сатсанги. Потому что даже с преданными можно вести асатсангу. Спасибо. Момент искренности очень важен. Искренность. Если человек искренний, то Кришна лично будет направлять его. Спасибо, преданные. Гранд Храд Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада Ки Джай. Прямо нам дай.